Говорит Москва. В последний час. Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. Тяжелое тогда было время. Воевали все, от мала до велика. И у каждого была своя война. Кто-то по 16 часов трудился у станков и металлургических печей. Кто-то бился за жизни раненых солдат. Никто не стоял в стороне. Мой папа считал, что настоящий военный должен воевать, а не отсиживаться в тылу. Поэтому сразу пошел на фронт. А мама работала на поле боя, оказывая первую помощь раненым. Сначала на мине подорвался папа. Потом под обстрелом погибла мама. Мне пришлось бросить школу и быть дома, чтобы приглядывать за младшей сестренкой. Жить было трудно. Но мы были вместе, как-то справлялись. От соседского мальчика я узнала, что в разрушенном цехе завода «Лазурь» выдают продукты. Без денег, без продовольственных карточек. У нас их не было. Нас кормили бойцы. Они выдавали нам муку, а иногда даже баловали нас сгущенкой. Я взяла авоську и пошла за продуктами. Скажи, а ты не знаешь, где здесь продукты выдают? Вон там, видишь? Держа в руках сумку с едой, я прошла дальше. И вдруг на стволе дерева я увидела приклеенный листок. Перед началом осады города я собиралась пойти в 4-й класс. Радости не было предела. И я поторопилась домой, чтобы рассказать об этом сестренке. А по дороге представляла ее звонкий смех. Дрова прогорели. Дома опять было холодно. Маша давно проснулась и, укутанная в мамин платок, ждала меня. За окном быстро темнело. Мы очень боялись темноты
И чтобы было не так страшно, я ставила керосиновую лампу. И только тогда мы засыпали, глядя на ее огонек. Ведро со снегом уже нагрелось, и Маша налила мне в стакан кипятка. Что такое чай, мы уже давно забыли. Мой котелок был пуст. Сгущенку в этот день не привезли. Но мне было чем порадовать сестренку. У нас открывали школу. Машенька, я слышала, у нас тут школу открывают. Набор с 1 по 4 класс. Пойдешь со мной? Ура! Школа! Мы быстро заснули. Ведь завтра нас ждал первый урок. Мы отправились в дорогу рано утром. Но дойти до школы было не так-то просто. Сначала нужно было преодолеть глубокий овраг. А я всегда через этот овраг боялась ходить. И всю дорогу, держа сестренку за руку, думала о том, как бы перебороть свой страх. И только подойдя к оврагу, я поняла, что возможность снова пойти в школу, сесть за парту и учиться сильнее всех моих страхов. Так же думали и другие ребятишки, которые кубарем катились вниз. Из-за войны мы и забыли, что такое радость и смех. Но тут во враге я впервые за долгое время услышала беззаботный детский смех. Так звучала надежда. И вот мы пришли. Казалось бы, перед нами обычное здание, разрушенное немецкой бомбежкой. Но мы смотрели на него, как на второй дом. Это была наша школа. Что такое урок в условиях военного времени? Это когда вместо тетради выдают конторские книги, а вместо обычных карандашей – химические, которые приходилось смачивать слюной, чтобы буквы получались жирные и четкие. Правда, язык тут же становился синим, но нас это веселило еще больше. А еще из таких карандашей получались отличные чернила. Нужно было всего лишь обстругать кончик карандаша и залить его водой. В помещении разрушенного завода, которое стало нашим классом, было очень холодно. Но нам было все равно. Мы смотрели на нашу новую учительницу. Ее имя я запомнила на всю жизнь. Полина Тихоновна Бурова. Полина Тихоновна, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, подбирала нам для диктантов далекие темы войны тексты. У нее был красивый и мягкий голос, который напоминал мне голос мамы. Полина Тихоновна была для нас больше, чем просто учительница. Она стала матерью для всех нас, кого война отняла родителей. Лукоморье, дуб, зеленый. Золотая цепь. Золотая цепь. На дубе том. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи. Кругом. Все успели записать? Да.
Я еще не привыкла. К такому не привыкнешь. Дети, если где-нибудь найдете книги, несите их в школу. А сейчас все свободны. Слышали? Звонок уже прозвенел. Здравствуйте, Полина Тихоновна. Здравствуйте. У меня к вам есть дело. Я ищу новых учителей. Нужно открывать новую школу. Вы хорошо справляетесь со своими обязанностями. Я хочу сделать вас директором новой школы. Недалеко от Лазури есть подвал, но там нужно убраться. Мы вам в этом поможем. А как же я детей своих оставлю? Там с матерями тоже остались дети. И они хотят учиться. Полина Тихоновна, надо им помочь. Хорошо. Я все поняла. Полина Тихоновна провела с нами еще несколько занятий. Потом перешла работать в другую школу. И ее заменил другой учитель. Все бы заплакали, когда она сказала, что это ее последний урок с нами. Плакала и она. Но все понимали, что так надо, и мы не одни. Шла война. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Мы знали, в каких трудных условиях живут наши учителя. Кто в палатке, кто в землянке. Одна из наших педагогов жила под лестничной клеткой школы, оградив себе угол досками. Но как только учителя приходили в класс, мы видели перед собой людей высокой культуры, которые каким-то непостижимым образом смогли сохранить ее и пронести сквозь самую разрушительную войну в истории человечества, чтобы подарить ее нам, детям. Они понимали, что самое ценное в жизни – это знание, и старались сделать все, чтобы мы его получили. И вот тогда я поняла, что учителя сделали невозможное. Несмотря на все ужасы войны, они смогли внушить нам главное – жажду познания. Я уже не помню имен и лиц своих одноклассников, но лицо Полины Тихоновны до сих пор стоит у меня перед глазами. Что для нас тогда значило учиться? Все равно, что дышать. И каждый раз, когда мы приходили в класс, спокойный голос нашего учителя возвращал нас в беззаботное детство. И только далекие взрывы напоминали нам, что война все еще рядом. Великая война. Тяжелое это было время –